Что, мои хорошие, как и обещала, продолжение следует. И будем сейчас протрем все окна и попробуем вот такие старые нашла. Уж сильно не хочу я эти белые, хочу все оранжевенько сделать на зиму. Солнышка нет, ничего нет, поэтому чтоб грели нас эти шторки. Но я попробую, если не получится, то и видео не получится. Ну что, дорогие, поехали! Бабе нечем, так она вот, видите, что делает. Работы ей мало. Выдумывает всякую ерунду. Как это выглядит со стороны? Дубль 2. Нашла еще одну шторку. Это у меня российская шторка. Попробую ее повешать. Как она будет выглядеть? Видите, какая оригинальная и красивая. Тупо стирать поставила. Что-то маленько запах идет. Прел, видимо, долго уже лежит. Ну, сейчас попробуем эту повешать. Темно, не темно будет от нее. Но попробуем, да? А вы мне скажете потом, какая из шторок лучше была. Ну, все. Прикрепила эти. На чем ездят шторочки. Сейчас будем пробовать. Что получится? Дубль 2. Шторку я повешала. Можно немножко подтягивать. Шторина 10-метровая. Должна получиться в 4 метра войти. Вот. Так. Надо посмотреть со стороны. Ну что, дорогие мои, получается. У нас всякие шнуры да провода имеются. Сейчас мы все протрем. Thank you.
делаем последние штрихи, протираем пол. Очень даже неплохо поработали. Я каждый день полы протираю. Знаете, очень удобно не иметь ковров. Прошелся. Да, нужно тапочки. Холодно. Но у нас что-то не холодно. Я в носках шерстяных хожу, да и хожу. И мне не холодно. Ну и тапочки ношу, конечно. Ребятишки босиком ходят. Они вообще закаленные, видать, у нас. Ну вот так. Мы и навели порядок. Сейчас я вам обещала показать фотографии. Как-то так у меня вот получилось. Вот так будет у меня ночью, вечером. Да, маленько темновато, но ничего. Вон смотрю, в соседних домах вообще одни жалюзи у людей. Даже шторок нет. Такое немцы практикуют и очень любят. А мы тут шторочки, задергушечки каждый месяц, каждый квартал меняем. Так что я думаю, что все у нас пока так пойдет. Я лохматая, уставшая. Со шторками напрыгалась. То одни, то вторые, то третьи. Все поперемерила. Но решила пока оставить эти. Они оригинальные, я их люблю. Не часто, конечно, вешаю. Но с России привезла. В России покупаю шторы. Ну, тюльку. Не шторы, конечно. Ну что, проведу вас по стенам. Вы спрашивали, что там у нас на стене висит. Издалека, может быть, не видно. Но наложила конфет, фруктов и две рыженьких. Такие салфеточки. Что-то у меня тут все тянет, но разберемся потом. Вот такая шторочка с такими висюльками. Повисюльками поближе вам сняла. Ну так, немножко порядок навела. А это у нас, Марина, ты спрашивала. Во главе Константин маленький. Видите, сильно на него похож Маркушка. Это вот Маркушка. Маленький был, Артемка сильно похож. Это я в серединке. Аня. И вся наша семья. Так что вот такие фотографии. Я решила себе стеночку. Сама прибивала гвоздики. Сама все делала. Ну, короче, испортила всю стену. Но зато я теперь каждый день любуюсь. Надо бы, конечно, поменять. Дети уже взрослые выросли. И здесь вот у меня внучечка и Максим, сынок. Они в одно время почти родились у нас. И вот в один садик ходили. Сейчас в одну школу ходят, в один класс. И за одной партой сидят. Ну, тоже так бывает. А кому сейчас легко? Так что, мои хорошие, не знаю, что получилось, какая у вас реакция будет на мою тюльку. Но как получилось? Пока буду так, пока не закажу себе новую, такую, какую хочу. А сейчас будем прощаться. И до следующих встреч. Поедем за мясом, будем закупаться. И все-все вам буду показывать. Все, мои хорошие. Кто-то попросил побольше улыбаться. Буду стараться, зубы неровные, чтобы улыбаться сильно. 32 зуба и... неровные. Но ничего. Выровняем. Какие наши годы. Все, мои хорошие. Всем пока-пока.